составили акт описи ареста в отношении автотранспортного средства, принадлежащего должнику. В связи с тем, что на исполнении во втором отделе судебных приставов находится два исполнительных производства о взыскании кредиторской задолженности на сумму 74 тысячи рублей, а также задолженности в пользу штрафа, в пользу ГИБДД за штраф управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Задолженность не оплачена на сегодняшний день. Неоднократно выходили в адрес должнику, вышали требования. Должник на явку не реагирует, мер для погашения задолженности не предпринимает. Установили местонахождение автотранспортного средства, составили акт описи ареста. Сейчас на специализированную стоянку машина отправляется. Сам должник, со слов матери, пошел устраиваться на работу, на собеседование.